Вітаємо вас, шановне товариство. Точка росту в ефірі телеканалу АТВ – науково-популярна передача про проблеми сталого розвитку Сумської області. В студії учасники громадської організації «Фонд регіональних досліджень» – це я, доцент Сумського державного університету Олег Туляков та постійний експерт передачі, кандидат економічних наук Валерій Іванович Борзунов. Доброго дня, Валерій Іванович. Добрий день. Проблеми впровадження проєктів, які пов'язані із сталим розвитком. А зокрема, хочемо поговорити про те, чому так не в достатній мірі ці проєкти впроваджуються. Вони або зовсім не впроваджуються, або впроваджуються у якихось таких локальних сферах, що є незадовільним. Спочатку я вам нагадаю, що таке сталий розвиток. Сталий розвиток – це такий розвиток, який орієнтований на інтереси наступних поколінь. У даному разі ми говоримо про інтереси наступних поколінь українців, перш за все молодих українців, які, на жаль, зараз покидають у великій кількості Україну. По-друге, другий головний показник сталого розвитку – це орієнтація на чіткі економічні показники, зокрема, показники рівня життя населення. Наша громадська організація «Фонд регіональних досліджень», вона має свою місію – впровадження ідей сталого розвитку. Ми здійснюємо відповідні активності, зокрема, утворили Центр сприяння регіональному розвитку при Сумському державному університеті, де ми збираємося в конгрес-центрі. Ми навколо цього центру утворили цілий дискурс навколо цієї проблематики. Ми зустрічаємося з людьми на місцях, у районах, у селах, у селищах. По-друге, ми реалізовуємо відповідні проекти згідно ідей сталого розвитку. Ну, зокрема, проекти за підтримки Сумської обласної адміністрації. Так, ми ведемо зараз проект, присвячений сторіччю революції. Ми намагаємося зрозуміти досвід тих подій, щоб забезпечити сталий розвиток української держави зараз. По-друге, ми реалізовуємо проєкт також при підтримці Сумської адміністрації обласної щодо прямої демократії. Ми хотіли б, щоб місцеві активісти, які підтримують ідеї сталого розвитку, мали у своєму розпорядженні відповідні інструменти для провадження цих ідей та інші активності. А от сьогодні все ж таки ми хотіли б поговорити про причини ось низького рівня впровадження таких ідей, про інертність місцевої спільноти, про несприйняття, у когось принципове несприйняття, а у когось ірраціональне несприйняття цих ідей. Отже, перше питання до Валерія Івановича. Валерій Іванович, у чому причини ось такого низького рівня впровадження ідей сталого розвитку? Но если коротко, я бы ответил так, что вот после вашей формулировки, что такое вообще устойчивое развитие, как термин, как формулировка, я вообще бы сказал, что во всех стратегиях, концепциях и программах, которые приняты у нас в Украине, как на центральном уровне, допустим, стратегия устойчивого развития 2020, где существует понятие такое, или термин такой включили, устойчивое развитие. Стратегия регионального развития, в частности, Сумской области. И города имеют такие стратегии. И вот вновь созданные ТГ начали разрабатывать стратегии развития. То есть есть целый комплекс по уровням, которые так или иначе говорят о разработке каких-то будущих и даже используют вот это вот слово, понятие там устойчиво. Однако я могу сказать, что самого принципа устойчивости развития ни в одной этой стратегии нет. То есть то ли это не понимание сути устойчивого развития, то ли это подмена каких-то понятий, а может быть, просто люди пользуются вот таким вот словом красивым, а на самом деле реализуют совершенно другую стратегию. Это если вот коротко. Отсутствие понимания вообще устойчивого развития. Угу. Это первое. Ну вот рассмотрю, допустим, два таких вот основных направления. Это экономика. Вы сказали, что она ориентирована на качество, уровень жизни. Это экономика будущего. Вопрос, в какой стране, в каком регионе, в каком городе мы хотим жить.
То есть не сегодня, не завтра, а хотя бы там через 5-10 лет. Мы связываем свое пожелание или свое видение с тем, что какие макроэкономические показатели мы будем иметь и какой уровень или какие показатели качества жизни. Вот это экономика будущего. Вот давайте сегодня разберемся, вообще на какую страну мы ориентируемся. Но если верить нашему центральному аппарату, то наш курс интеграции в Европейский Союз, и мы хотели бы жить так, как живут там в Европе. Ну, в частности, многие склоняются к тому, что вот хотелось бы там ориентироваться на Польшу. Вот давайте разберем. Мы сегодня имеем валовый продукт по Украине где-то на уровне 2000 долларов. В Польше имеем порядка 12 тысяч. То есть разница в 6 раз. То есть для того, чтобы мы жили сегодня хотя бы как в Польше, мы должны сделать скачок, рост на 600%. Вот кто-то задумался, когда разрабатывает стратегии в городе, в регионе или в стране, что мы за какой-то период времени должны вырасти в 6 раз. Что такое 6 раз или 600%? Для сравнения мы показываем сегодня погоду, 2-3%. Некоторые говорят, что нам нужно там 5-10% расти. И вот если мы будем соблюдать вот это вот положение, то мы войдем в число там достаточно развитых стран. Вот чистая арифметика. 600% по 10% роста в год. Мы должны стремиться выполнять это, и тогда через 60 лет мы догоним Польшу сегодняшнего уровня. А что будет Польша иметь через 5-30 лет, мы об этом даже не говорим. Вот сама себе постановка задачи, что мы ставим задачу через 60 лет догнать Польшу, она никак не вписывается в терминологию устойчивого развития. То есть или люди не понимают, или люди заранее знают, что ни через 5, ни через 10 лет мы не будем так жить. Но тогда нужно четко принять стратегию, что мы остаемся страной там, 3-4 уровня с таким-то жизненными показателями и не злоупотреблять вот этой терминологией, не говорить о том, что мы собираемся устойчиво развиваться. Вот я бы так на первый вопрос ответил. Валерій Іванович, ви знаєте, я навіть на такому інтуїтивному рівні відчуваємо з того боку, що зараз дехто хоче нам сказати. Вони хочуть сказати наступне. Доля України вже вирішена, вона вирішується не в Києві. От, один взагалі мені тут заявив, що це ж не держава, це територія. Тобто ми зараз говоримо про те, що от сталий розвиток, навіть намагань, намагань написати якусь, я не говорю проєкт, якусь план, програму, да хоча б говорити про ось такий український прорив, українське чудо, навіть намагань немає. Я не поділяю цього, ось цієї теми, що доля вирішена. А де ми, де наші намагання місцевих інтелектуальних спільнот у такий самий сталий розвиток забезпечити? Як ви відноситесь до такого? Ну, к сожалению, я могу подтвердить о том, что сегодня Украина находится под внешним управлением, и большинство стратегических задач решаются не в Киеве, там, а решаются за пределами, говорится, Украины. Но ведь все-таки Украина имеет очень хорошие ресурсы. Как трудовые ресурсы, так научные потенциалы, как ресурсы экономические. То есть каким образом использовать вот эти ресурсы, это наше, ну, не то что внутреннее дело, но это мы можем влиять, это раз. То есть мы должны просматривать, когда говорим об устойчивом развитии, мы должны рассматривать инструменты эффективного использования того, что у нас есть. Ведь никто нас не заставлял за 26 лет сделать деиндустриализацию, то есть разрушить всю промышленность. Ведь это, ну, были влияния, конечно, влияли внешние, там, и влияли и слева, и справа там страны и так далее. Но это мы же разрушили промышленность всю. Это же мы развалили и продали все эти заводы, которые были, допустим, в Сумской области. То есть это наша внутренняя проблема. Это зависит от той власти, которая управляет внутри, и зависит от... отношение к этому обществу, а как мы к этому относимся, молчаливо, равнодушно или помогаем дальше разрушить. Что касается внешнего управления,
Но сегодня ни одна страна, будем так говорить, какая бы она сильная ни была, там Германия, Франция, там, даже та же самая Америка, она не может быть полностью независима. Она все равно вписывается в мировое устройство, она все равно вынуждена искать какие-то компромиссы, давить, исходя из своих собственных интересов. Украина вообще находится в таком географическом положении, когда находится на, кажется, между Европой и Азией. То есть мы близко и Европе, кажется, и мы, наши, кажется, устремления ведут там через соответствующих государства в Азию. То есть ну, типа такого вот связующего моста. Какой курс нужно выбирать? Мы можем противостоять всем окружающим, а мы сегодня противостоим. И Европе, получается, и России, и Китаю. И здесь же есть совершенно интересы Соединенных Штатов Америки. То есть мы пытаемся удовлетворить все интересы. А где наши интересы? То есть мы должны выбрать такую стратегию, которая бы максимально, оптимально учитывала компромиссы и нашу выгоду. Если мы это не будем делать, а будем пытаться куда-то вступить, куда-то присоединиться, причем присоединяемся к тем образованиям, где там, как я уже говорил, в 10-20 раз экономически сильнее, мы туда не интегрируемся, мы туда просто нас поглощают, то мы всегда будем придатком кому-то. То есть вот второй момент, кроме внутренних наших причин, это нужен правильный выбрать курс, который обеспечивает устойчивое развитие, а не устойчивую деградацию. Ви знаєте, Валерій Іванович, от я люблю цю фразу, і напевно і тут її говорив, дияволу у дрібницях. Да? От я сьогодні вранці намагався зрозуміти, скільки у нас в Сумській області кандидатів і докторів наук. Оскільки проекти сталого розвитку – це у тому числі і турбота, я вважаю, науковців. Даних на сайті немає, телефону в управління статистики, значить відповідь така – ми таких даних вже не збираємо. Ось дивіться, навіть нікому не цікаво, бо статистика вже не збирає, вивчити, взагалі знати інтелектуальний потенціал Сумської області. А не цікаво ось чому. Поки чиновники у нас будуть займатися не політикою у правильному розумінні, як загальному справою, а займатися шоу-бізнесом, от доти це буде продовжуватися. Якщо хтось проводиться, якась ділова нарада, якщо предметом обговорення є економіка Сумської області, її соціальний розвиток, інші прошарки розвитку, в руках у чиновника має бути аналітичний звіт, статистичні дані, якісь службові записки, а не селфі-палка, вибачте. Поки що у них в руках тільки селфі-палка. Поїхати. От чому ми, коли виступаємо з нашими ідеями, чому не всі аудиторії сприймають? Бо ось звикли, щось має бути цікаве, якесь шапіто, якийсь цирк, якийсь шоу має бути. І ніхто навіть не хоче розуміти, що це серйозні речі, що це речі, які треба розуміти, включати для цього свій інтелект, багато знати, багато мати за плечима і вміти знати економіку і мати відповідний досвід. Мій такий погляд. Тобто давайте перейдемо до другого питання нашої розмови. Що ось ми пропонуємо, ну і взагалі потім перейдемо, хто цим має займатися. Що ми пропонуємо, хто має займатися цим. Ви знаєте, я от за довге время так исследую ці процеси, я прийшов до такого от виводу, наверное, многие сегодня со мной не согласятся, но я вот скажу его. Я вообще пришел к выводу, что чиновники, а чиновники кто у нас? Исполнительная и представительная власть. То есть на местах это, допустим, областной совет и областная администрация, а там в центре это Верховная Рада и Кабинет министров. Вот это основные чиновники. Я пришел к выводу, что они вообще и не должны заниматься вот такими вопросами. Цікавий висновок, дуже цікавий. От, розвивайте. От я как раз... Особисто я заінтригований. Да, заінтригований, так. От я в своє время работал во власти. Пришел с предприятия. Я 20 лет проработал на Химпроме. Пришел с предприятия в областную администрацию. Первое, что меня удивило, причем я же не рядовым клерком там был, достаточно высокой должность занимался. Первое, что меня удивило, когда не обратишься к какому-то там начальнику отдела, департаменту, управления, я уже не говорю там заместителю или главе администрации, у них всегда совещание.
Он всегда на совещании, они совещаются, совещаются. Я даже своему руководителю говорил когда-то, слушай, а когда ты думаешь? Вот ты постоянно совещаешься. Ты когда-то сел, задумался над какими-то шагами, которые ты должен сделать, и не просто так вот хотелки, а чтобы ты подвел какую-то базу к этому. Вот то, что ты говоришь, там, аналитическую там, и так далее, программную. Некогда этим заниматься. С одной стороны, много людей, которые вообще не имеют никакого критического мышления, аналитического мышления, они в принципе не могут делать. Их задача исполнять. Это с одной стороны. С другой стороны, даже если ты попадаешь в эту кухню, эта текучка, это оперативное управление настолько тебя заедает, этот документооборот, который носится с одного отдела в другое, они сами себя обеспечивают работой, это настолько вот, ну, болото затягивает, что даже знающим или способными людьми думать там, на 3-5 там, лет вперед, практически невозможно. Я не говорю сейчас о всяких этих личных мотиваций, там, выгод там, и так далее, и так далее. Вот к чему я пришел? Я пришел к тому, что стратегиями, проблемами устойчивого развития, вот, какими-то глобальными проектами должны заниматься профессионалы. Ну нельзя заниматься, человек сегодня там был директором магазина, завтра стал там, ну, условно говоря, мэром каким-то, и он сразу начинает, кажется, думать критически, стратегически и так далее. Нужна профессиональная подготовка, поэтому нужны какие-то вот структуры, где сосредоточена и аналитическая часть, и стратегическая, и научная. То есть эту стратегию должны разрабатывать, во-первых, бизнес, потому что бизнес – это источник дохода. Как бы мы ни говорили, но без денег никаких реформ не будет, а деньги в бизнесе находят. Вот если мы говорим о корпоративных структурах каких-то, о бизнес-структурах, ну, крупных, по крайней мере, там всегда занимаются перспективой, всегда занимаются анализом рынка сбыта, конкурентоспособностью, то есть там просматривают эту стратегию. То есть бизнес должен заниматься. И второе, заниматься должна наука. Наука, научно-исследовательский институт, университетские науки, там должна быть сосредоточена вот такой, ну, мозговой центр, который определяет стратегию или перспективу развития то ли города, то ли там региона, то ли страны. И зная тенденции мирового развития, и зная тенденции развития науки. То есть мы должны сегодня иметь такой центр, который бы знал, а что за, допустим, источник энергии будет через 10 лет. А какова будет распределение капитала и трудовое распределение, допустим, в мире? А как будет, допустим, взаимодействовать там, Украина с Европой, с Россией, с Казахстаном, с Соединенными Штатами Америки через 5 лет, а не сейчас вот именно? Вот это вторая составляющая, научная составляющая. Она должна определять стратегию развития. И третья составляющая, это, собственно говоря, а для кого мы все это делаем? А делаем мы для того, чтобы качество жизни людей было соответствующим, ну, новым или на высоком уровне. Ну, сегодня интересы людей или народа представляют так называемые территориальные громады. Вот при децентрализации появился новый субъект. Вот эта триада – бизнес, наука и территориальная громада – они должны создать такую структуру, которая разрабатывали бы стратегии и проекты не в интересах, допустим, партии или какой-то кучки, там, которые себе имеют, а в интересах именно территориальной громады, то есть людей. Вот я не знаю, как это назвать. Ну, допустим, есть институты стратегических исследований, и уже есть частные, есть общественные, есть там государственные. Есть в некоторых областях создают агентство регионального развития, то ли это при администрации, то ли это вот на тех принципах, которые я говорю, на принципах экспертного сообщества. Но такие структуры должны работать взаимосвязанно на профессиональной основе, и между институтом стратегических исследований должна быть связь. Это, ну, как дочерние предприятия, как филиалы. Я не могу разработать стратегию региона, не знаю, куда движется Украина. Вот я вижу, что вот отвечая на ваш вопрос, вот, я вижу, что вот в таком направлении мы должны двигаться и задуматься над новой структурой развития, устойчивого развития.
Ну, Валерій Іванович, ми, як завжди, з вами заговорилися. Якщо занурилися, у нас тут залишилися 1,5 хвилини, тому я вам останнє питання задам. Ось як ви відноситесь до спроб зараз, наразі створити таку от агенцію. Ці спроби здійснюють люди, з якими ми спілкуємося в обласній адміністрації, яким бажаємо успіху у цьому і готові зі свого боку брати участь у будь-якому там форматі, аби наші ідеї реалізовувалися, аби дійсно стверджувалася по-справжньому ідея сталого розвитку. Ось ваше відношення до от цих подій. Ну, во-первых, я вже однозначно сказав, що така структура повинна бути. Тобто тут має бути агентство, не агентство, мені не важно, як її назвати, але, допустим, та структура, яка буде займатися разработкой стратегии устойчивого развития, исследование точек роста, то, о чем мы все время говорим, и по каждой точке роста разрабатывать инвестиционный проект. Они не должны привязываться к оперативной текучке, это раз. Во-вторых, я очень опасаюсь, чтобы вот эта идея не была дискредитирована, потому что, ну, уже кто-то говорил, что это уже четвертая попытка создать такое агентство. Вот здесь на этом этапе очень важно к трем вот этим составляющим, что я сказал, бизнес, территориальные громады и наука, еще присоединилась четвертая, собственно, та власть, которая на сегодняшний день, потому что власть сегодня владеет большой информацией, и ей потом это выполнять. Вот четыре вот таких вот конгломерата могли бы дать эффект. И третье, это хорошо, что, вернее, так, хорошо. Плохо, что это мы не сумели обозначить в процессе реформирования, то есть в процессе реформ. Но хорошо, что в обществе создалось вот такой вот потенциал, и появились такие неравнодушные люди, экспертное сообщество, которые будируют этот вопрос. Давайте создавать такую структуру, которая, может быть, откроет нам какой-то свет в туннеле конца. Я вам больше скажу, деякі політики навіть в піар-компаніях своїх використовують ось цю розмову про ось українське чудо, про необхідність там економічного прориву і так далі. Не знаю, практика покаже, життя покаже, наскільки вони щирі у всіх своїх намаганнях. Дякуємо, Валерій Іванович, за участь. Шановне товариство, це була «Точка росту». Сьогодні говорили про перспективи впровадження ідей сталого розвитку. Ми сподіваємося, що вам було цікаво. До нових зустрічей на телеканалі АТВ. До побачення. До свидання.